Добрый день. Представься, пожалуйста. Только громко. Громко. Добрый день. Так, отлично. Откуда ты? Владивосток. Так. Ты играешь в футбол? Да. Отлично. Скажи, пожалуйста, а в шахматы ты играешь? А кто еще из ребят у вас в шахматы играет? Я играю. И ты играешь? Так, представься. Семен. Семен, а фамилия у тебя есть? Или Торба. Это тайна? Торба. А, отлично. Только, ну, нас немножко шатает. Так, а кто у вас еще играет в шахматы? Много людей играют в шахматы? Два человека. Два человека играют в шахматы, да? А в шашки играете? В шашки могут все играть. А, в шашки имеют. А в шахматы не все все-таки еще. Я в шашки в карты. А вот интересный. Я в шашки, в шахматы и в карты. Отлично. Ребятишки, а сколько вам лет? 8. А тебе 7, да? Вот интересно, если бы вас свести с ребятами, которые играют в шахматы, но не очень хорошо играют в футбол. Как думаете, вы бы обыграли их в футбол? Ну неужели не обыграли? Вы же специалисты по футболу. Я всегда играю. Я просто не расслышал. Я хорошо играю, я всегда не делаю посылки. А нифига себе, хорошо! Я всегда не делаю. Что вам всегда играть? Всегда. Я всегда делаю. А куда всегда? Хорошо играешь. Так, а это у нас вратарь, по-моему. Нет. А кто ты? Защитник? Нападающий. Сегодня гол забил? Да. А, вот почему я тебя помню. Потому что ты говорил, что ты гол забил. А какой счет в матче был? 9-1. 9-1. И ты забил единственный гол. То есть на самом деле ты 100% нападение своей команды. Почему вот кого это надо... я? Это я попадил команды. Просто я не смог забить. Да. Передачи не давали, ничего у меня голов. Так, больше. Ребята, не спорьте, в следующей игре вы обязательно забьете по 2 мяча каждый. Сколько у вас еще игр? 2. Еще 2 игры? А сколько всего сыграли? 2. 2 игры сыграли, да? И обе проиграли? Да. По 9-1? 10-0 и 9-1. О, ребят, так у вас прогресс. Слушайте, завтра будет 8-2. Послезавтра 7-3. Нет, вам нужно было еще месячишко бы поиграть, правда? Я почти один гол забил. Ты не забил ничего. Чуть-чуть. Если вратарь туда пошел, то гол куда? Точно. Не, ну вообще это считается. Если бы вратарь спал, а он бы тогда мяч забил бы. Правильно, правильно. Я тебя поддерживаю. Вообще отлично. Молодцы. Спасибо большое.